Привет, зритель. Сейчас тебя ждет распаковка от компании Backdraft. Ты, наверное, уже, если мой постоянный зритель, то в курсе. Я уже четвертый раз сотрудничаю с компанией Backdraft. Мне очень нравится их продукция. У меня вот ножичек. Ох. Закваски и косметика. Да, компания Backdraft производит отличную косметику серии Пробиодер. Косметика содержит ризаты, это стенки и внутриклеточное содержание бактерий. Не содержит парабенов и прочей другой химии. Срок годности косметики всего лишь 9 месяцев, потому что в ней очень маленький процент консервантов. Компания Backdraft является производителем полезной и качественной бактериальной продукции. В ассортименте компании есть традиционные закваски для приготовления в домашних условиях творога, ряженки, сметаны, йогурта, мацони, кефира, ацидофилина. Пробиотические закваски для приготовления пробиотических кисломолочных продуктов для снижения уровня холестерина, это кардио, похудение, слим, для спортсменов и активных людей, актив, для детей от 6 месяцев, бифидум, для детей старшего возраста и подростков, нормафлор, для защиты организма, протек, для укрепления иммунитета, иммуна, а также пробиотик здоровья для превращения обычной еды и напитков в пробиотические. Вот у меня тут целых 4 коробочки и еще 2 средства косметических. Спасибо компании Backdraft за возможность выбрать их и протестировать. Компания Backdraft является, как я уже сказала, производителем полезной и качественной продукции. Я выбрала закваску Мацони. Смотри. Мацони рассчитана на 1 или 5 литров молока, от 1 до 5 литров молока. Даже если ты делаешь в 5 литрах молока этот один маленький стик, используешь, то он все равно будет очень густой. Мне вообще очень нравятся закваски Backdraft. Тут у нас инструкция по применению. В каждой коробочке, если ты покупаешь вот коробочками, есть своя инструкция по применению, что и как делать. И у нас тут целых 5 стиков Мацони. Делать я буду их в своей йогуртнице, которую год назад приобрела. Если ты смотрел предыдущий обзор моей распаковки от компании Backdraft в прошлом году, то уже в курсе, что у меня есть йогуртница, и я в ней регулярно делаю кисломолочную продукцию с помощью заквасок. Также я выбрала закваску Нарине. Тут тоже 5 стиков, каждый стик, кстати, по 3 грамма. И вот здесь уже Нарине рассчитано только от 1 до 3 литров молока. 1-3 литра молока на коробочке, вот инструкция нарисована, плюс закваска Backdraft, равно готовый продукт. Также на коробочке есть информация, как это приготовить, помимо того, что, вот, допустим, есть сама инструкция внутри, довольно подробная. Нарине. Еще я выбрала себе закваска Бифидо Плюс, бифидобактерии. Специально подобранный состав полезных живых бактерий. Тоже здесь вот есть инструкция и целых 5 стиков. Бифидо Плюс. Если делать по инструкции, то всегда все получается. Я летом делала на заквасках Backdraft на основе козьего молока. Кефирчики мне очень-очень нравились. Ну а сейчас я буду делать уже на покупном коровьем молоке, потому что козьего нет пока у меня в наличии. Закваска йогурт. 5 стиков, это максимально 25 литров готового продукта, потому что один стик рассчитан от 1 до 5 литров молока. Кстати, у йогурта изменился дизайн, потому что последний раз вот у меня, кажется, немножко другая оболочка была. Зелененькая такая упаковочка, культура заквасочная йогурт.
традиционный состав полезных живых бактерий. Изготовлено 3 февраля 2023 года. А сегодня у нас 22 февраля. Кстати, посылка очень быстро дошла, буквально за полтора дня до меня от Москвы до Углича. Когда ты делаешь заказ на сайте компании Бактрав, а еще если используешь мой промокод Авиапарывар на скидку 10%, ставка оплачивается тобой, но она компенсируется тебе закласками. Я считаю, что это очень выгодно. То бишь ты заказываешь себе закваски и косметику, либо просто косметику, и вот компенсируется тебе плата за доставку заквасками. И тут у нас два средства замечательных. Вот эти средства я выбирала, я их еще ни разу не пробовала. Я пробовала от компании Бакздрав крем для рук, крем для ног, скраб для лица, а также у меня были как-то на обзоре, тоже благодаря сотрудничеству с компанией, средства антисептические, очень, кстати, хорошие, понравились мне и моей родне. Особенность косметики в том, что она обладает пробиотическими свойствами, потому что содержит лизаты. Лизаты – это фрагменты клеточной стенки бактерий и их внутриклеточное содержимое. Косметика Пробиодерм не содержит парабенов, сульфатов, гормонов, спирта и химии, которые негативно влияют на кожу и организм человека, создавая кратковременный эффект от применения. Большим преимуществом косметики является небольшой срок годности, всего 9 месяцев, за счет минимального количества консерванта. Подходит для длительного применения, поскольку не содержит вредных веществ, которые могут накапливаться в организме. Действие косметики направлено на восстановление естественных природных обменных процессов, а не на временный визуальный косметический эффект. Отдельным преимуществом является использование для упаковки косметики вакуумных диспенсеров, шприцов, которые защищают содержимое от попадания бактерий и грибков. И тут я решила выбрать крем дневной для лица пробиотический для сухой и чувствительной кожи 25+. Хоть мне и 39, но я посмотрела по описанию и свойством крема, и он мне понравился, я решила, что я его попробую. Срок годности у него 9 месяцев, как я уже говорила, у всей косметики Бакздрав срок ограниченный, 50 миллилитров. И вот он, такой маленький, желтенький. У меня, конечно, сейчас на лице уже есть что-то иное, но можно им, допустим, руку помазать, как сводч такой. Приятный, нежный, нейтральный аромат и никакого липкого эффекта или еще что-то, очень быстро впитывается. Это молочко для демакияжа пробиотическое, для всех типов кожи и всех возрастов. У меня сейчас на губах вот такой блеск от Essence Shine Shine Shine. И с собой есть ватные диски. Во. Буквально с одного применения. Дискомфорта на губах не ощущается, но ты знаешь, зритель, что я пользуюсь только помадами или блесками для губ из всего вот этого макияжа. Вот такое замечательное молочко у меня будет в тестировании. А этим кремиком я также, как и молочком, буду пользоваться в ближайшие несколько дней, а потом скажу тебе свое мнение. Не как он на руке, но как он, в принципе, на лице. Чтобы приготовить кисломолочный продукт на закваске от Бакздрав, нужно молоко нагреть как минимум до 80 градусов. Обычно я довожу молоко до кипения. Так как моя йогуртница поддерживает температуру 42 градуса, то обычно я остужаю до 42 градусов молоко. Естественным путем потом добавляю закваску, размешиваю тщательно и убираю уже в йогуртницу. И если молоко именно нужной температуры, допустим, не ниже 42 градусов, ну и не выше, соответственно, кисломолочный продукт заходит у меня обычно за 5 часов. И после этого убираю в холодильник на не менее чем 2 часа, и уже после получается очень густой продукт. Но я покажу вам это в действии, так что если
вам все еще интересно, то оставайтесь со мной, следите за тем, что будет. Ну что, зритель, сейчас я тебя хочу познакомить с одним способом, который я использую вот уже где-то с лета прошлого года. Заквасками Бакздрав. Если ты уверен в качестве молока, ну, допустим, домик в деревне 2,5, то его, в принципе, не обязательно кипятить. Я достаю молоко из холодильника и довожу его до температуры близкой к комнатной. Таким образом, когда у тебя молоко где-то вот максимум 22 градуса, оно может стоять 14 часов. Вот я перелила молочко. Будем готовить с тобой наринэ. Вот моя ёгурница, я уже все сюда поставила, покрыла крышечкой, воткнула в сеть и сейчас включу. Утро раннее, зритель, сейчас у нас 10 часов 20 минут, где-то так. Я проверила сейчас свой кефир еще без камеры. Прошло 11 часов с лишним. И сейчас я его выключу, извлеку чашу и поставлю холодильник на пару часов. Ну что, зритель, смотри, вот у нас довольно прилично времени постоял в холодильнике, что у меня были гости. Вот его кручу-верчу. С ним ничего не становится. Вкусный, густой, кисломолочный продукт. Сегодня уже четвертый день тестирования. Ну да, как я в среду это забрала, а сегодня у нас суббота, то я считаю, что это четвертый день. Это у меня дневной крем для лица, пробиотический для сухой чувствительной кожи 25+. Я сейчас как раз собираюсь, у меня тут зеркало, под низом, нанести его на кожу лица, чтобы ты увидел, как я это делаю. Ну, возможно, ты представляешь, что это такое, но как делаю это я. И что хочу сказать, у меня в последнее время, ну, в принципе, ты же меня смотришь не первый день, поэтому в курсе, что у меня бывают проблемы со сном. И когда я поздно ложусь и не высыпаюсь, у меня вот именно в этих местах кожа очень сухая. И я вот, в принципе, даже не знала, как с этим бороться, потому что все средства, что у меня есть, и которые мне когда-либо дарили, или которые я сама пыталась своять и использовать, мне не помогали. А вот этот крем, в принципе, вот я его третий день использую. И он практически с первого применения. Ну, с первого применения она чуть более мягкая становится, чуть менее сухая. Такое же вот в этих местах. И мне очень понравилось его действие. Если вот у тебя проблема такая же, когда кожа вот в этих местах под глазами, так вот практически, не мешки именно, а именно что сухая становится от недосыпа, то я тебе такой крем советую. А купить дешевле ты его сможешь с моим промокодом Ivy Forever на скидку 10%, который увидишь на экране в облачке, либо в инфобоксе, как прямая ссылка с уже промокодом активированным. Сейчас я собираюсь позавтракать и начать делать кефирчик по фэншую, ну, в смысле, так, как его обычно советуют, приготовлять кисломолочный продукт. Тем самым способом, где надо молоко довести до минимум 80 градусов или прокипятить, остудить до 45, вообще до 42, потому что моя йогуртница на 42 градуса. В некоторых вариациях заквасок до 43 градусов. И ввести туда закваску, размешать, убрать в йогуртницу, а через 5-6 часов извлечь. Первый раз я делала на рене, а сейчас думаю, может быть, сделать йогурт или что-то иное. Я вчера специально купила молоко, 3,9% жирности углеческое, нашим заводом изготовляемое, Агриволга, короче. Вот как едешь ко мне в деревню, там вот по пути есть
село Головино. И вот в этом Головине как раз базируется Гриволга. В этот раз у меня обзор по ссылке такой очень сильно влоговый. Если тебе такое видео понравится, дай знать в комменты, я, может быть, что-то еще буду делать в таком стиле. Смотри, вот молоко, про которое я говорила, 3,9, оно 21 февраля. Сегодня у нас, правда, уже 25, но оно до 7 марта вполне себе доживет. По составу оно просто цельное молоко, то головинское. А делать я решила закваску Бифидо Плюс. Вот молоко я уже поставила. Вот у нас тут 42,8, уже 6. И вот у нас все уже как бы готово. Осталось только включить. Времени прошло 5,5 часов. Я проверяла недавно. Ну, в принципе, он уже готов. Можно выключать. А вот наш кисломолочный продукт, сделанный 5,5-часовым способом. Дорогой зритель, так как я буквально за 5 минут осилила практически литр этого кефира, ну, это не кефир у нас, Бифидо Плюс этого кисломолочного продукта, то я решила показать тебе, как сделать на материнской закваске на основе закваска Скибакс Драв кисломолочный продукт. Тут как раз хватит. Я чуть-чуть оставила, можно сказать. Я достала еще одну коробочку молока. Оно немножко постоит, дойдет до комнатной температуры. Оно у нас тоже 3,9% жирности. Ну, я, в принципе, покупала его сразу две коробочки. В составе чисто молоко. Вот я поставила, осталось только включить. Сегодня у нас 26 февраля, уже 12:07. Я где-то минут 5 назад проверяла, я думаю, что уже можно выключать. И выбирать в холодильник. Так получилось, зритель, что прошло более 7 часов, и я вот только сейчас еще достаю кисломолочный продукт на материнской закваске от Бакздрав. Никогда не делай так, как сейчас делаю я, то бишь не ставь еду рядом с ноутбуком. Но у меня получается так, что много чего где стоит. А проверить кефирчик хочется. На крышечке тут водичка. Ну, на материнской закваске он, ну, чуть более такой жидковатый выходит. Но, тем не менее, как ты видел, вот он не выпадает никуда, держится, держит форму. Очень вкусно, мне очень нравится. Я рада снова была посотрудничать с Бакздрав. А ты, зритель, если хочешь приобрести заквасочки, допустим, вот такие. Ну, не обязательно такие, а какие-то другие, то мой промокод на скидку 10% Five Forever сделает тебе небольшую приятность и чуть-чуть сэкономит бюджет, скажем так. Кстати, на таком кефире очень вкусно получается мясо. Если вот замариновать мясо, ну, в кисломолочном продукте, ну, это не кефир, конечно, но вот именно на кисломолочных продуктах, на заквасках от Бакздрав очень вкусное мясо выходит. И курица, и свининка, и я, и моя подружка заценили, и даже моя кошка. Если вы хотите приобретать закваски от Бакздрав и косметику серии про Биодерм с хорошей скидкой в 10%, то можете использовать мой промокод IVA Forever. Либо же ссылку в инфобоксе
по которой, если пройдете, то уже активируете этот промокод на 10%. С продукцией Бакздрав я знакома уже 4 года, и она мне очень нравится. И вам я ее тоже советую к приобретению и хотя бы попробовать. Спасибо тебе, зритель, за просмотр. Надеюсь, ты осилил до конца, потому что я очень старалась, особенно в монтаже, и грохала на это больше, чем 2 суток. Если ты хочешь поддержать мой канал, то вот здесь будет облачко. Если ты ждешь АСМР или чего-то еще, то вот здесь будет другое облачко. Все ссылки на компанию Бакздрав будут в инфобоксе. Также в инфобоксе ты сможешь найти информацию о тех заквасках и продуктах косметических, которые я обозревала в этом видео. И сможешь прям по ссылкам пройти и заказать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!